Привет, ребята, вы на канале Game23, и сегодня я продолжаю проходить игру Darkest Fear. Сегодня у нас третий уровень, больничные палаты. Я разобрал завалы и добрался до темной комнаты. Так, вот какой-то есть человек. Мы не видели мою дочь Хелен, она пропала. Пациент 6. Извините, я не знаю, где она. Я видел где-то здесь медсестру, может быть, она сможет помочь вам. Так, вот здесь какой-то человек. Он один. Один из одного пациент. Так, берем фонарик. Так, тут окно есть. Шкафчик. Вы нашли ключ. Так, вот вы использовали ключ. Теперь берем фонарик. Так, пациент спасен один. Тут есть что-то полезное, нет? Тут ничего полезного нет. Бегают вон. Так, тут печка. Так, сейчас ящик подвину. Дверь открыта. И вот кто-то, медсестра, наверное. Вы медсестра? Нина, да. Моя жена Сьюзен и дочь Хелен пропали. Вы их не видели? Сьюзен работает здесь врачом. Нет, моя младшая сестра тоже пропала. Она находилась в больнице из-за опухоли спинного мозга. Моя дочь наблюдала здесь из-за аутизма. Она не узнает ничьих лиц, кроме моего. Я понимаю, что вы чувствуете. Нашли медсестру. Объясните мне, что происходит. Пациент U7. Люди превращаются в страшных существ. Больница заражена странной эпидемией. Возьмите ключ следующего этажа. Торопитесь. Пациенту плохо. Он превратился в какое-то существо. И вон, ушел в темноту. Так, нам надо поставить ящик, чтобы открыть дверь. Так, сейчас подберем тот фонарик. Теперь вот этот. Этот пока здесь кинем. Он не нужен. Один сюда поставлю. И второй вот здесь, чтобы светло было. Так, чтобы здоровьем не рисковать. Сейчас поставлю фонарик еще ближе. Нет. А, хотя вот-то помогло. Правда, все равно потратилось здоровье. Так, теперь заберу один фонарик.
Так, тут ничего нет. Туалеты. И лестница. Уровень пройден. Пациентов спасено один из одного и один заработан на здоровье. Столовая. Я выяснил, что Сьюзен и Хелен разделились и теперь не могут найти друг друга. По этой причине Сьюзен позвонила мне. Так, столовая. Вот книга есть. Надо прочитать. Руководство по применению препарата для пациентов изолятора. 50 мг ксодиона для обезболивания, 200 мг анаболиков. Список такой длинный, они вообще получают обычную пищу. Так, и вот фонарик лежит. Семь здоровья. За каждого пациента спасенного мы получаем по одному здоровью. Так, берем фонарик. Тут окно. И фонарик обратно сейчас. Вот большая лампа, которая освещает. Монстров можно убивать. Сейчас заберу этот фонарик. Буду вот так хитро. Это вообще не стандартно. Я должен был бы пойти только с лампой. Но думаю, что с фонариком будет удобней. Так, тут открылась дверь. Фонарик. Берем лампу. Вот как раз пригодилась и лампа, и фонарик. Потому что две кнопки. Так, лампу оставляем здесь. Тут в ящике пусто. Тут тоже есть шкаф. Вы нашли аптечку. У нас полностью восстановилось здоровье. Так. И теперь вот сюда. Вот какой-то врач. Ассистент Сьюзен. Вы должно быть Томас. У меня есть сообщение от вашей жены. Вы имеете в виду Хелен? Да, когда вы найдете Хелен, введите ее сразу же в безопасное место на первом этаже. Так, тут есть зеркало. Ой. Тут еще где-то есть пациент, которого надо спасти. Вот. Уровень пройден, пациентов спасено один из одного. Один заработан на здоровье. На этом я серию завершу. Всем спасибо за внимание и пока.